В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» одинцовские единороссы посетили региональный этап 21-го осмотра конкурса «Лучший по профессии» среди работников предприятия ЖКХ, который прошел в Одинцове. Партийцы оценили практические навыки таких специалистов, как электрогазосварщик, слесарь, электромонтер, штукатур-маляр и столяр, плотник, и пообщались с гостями. В мероприятии приняли участие около 300 работников управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций со всего Подмосковья. Помимо главного приза, участники конкурса получили награды в номинациях. Самому молодому участнику конкурса, имеющему наибольший трудовой стаж по специальности в ЖКХ. За волю к победе и за лучшую экипировку участков смотра конкурса.